Еще раз добрый вечер. Сразу покажу, как заякорить столбы на заборе. Вот столбы стоят, они пока связаны у меня распорами к домику. Что надо? Лом хороший, кувалда хорошая. Ну, у меня два шуруповерта. Ломом пробили, метровые колы заострил, промазал то, что будет в земле, отработанным маслом. Загнал с помощью кувалды и доброго слова. Потом это смажется отработкой. Дальше просверлил 3,5 мм под саморезы 85 мм длиной. Чтобы легче было загонять, я тоже в отработке их смазал. И с помощью второго шурупера закручиваю. Электричества у нас тут нету. Все руками. По поводу подтяну. Все. Второй сейчас с этой стороны на полметра нормально, даже больше. Тут, да, 50 где-то. Поскольку ни бетоном, ничего тут возиться не буду. Дерево, бетон — это вообще бесполезняк, потом не достанешь, если что. Вот. Стоит 7 лет на якоре. Вот тоже так делал на скорую руку якоря. Вот двойной якорь тут стоит такой, видите. Ну, домик в лесу, считайте, в поле, нормально. И не гниет. Если сгнило, можно достать, открутить саморезы сверху. На масле хорошо выйдут. Достали старый, если он в земле прогнил. Ну, в отработке они будут стоять нормально. А забор будет краситься. Ему-то ничего не страшно. Его в любой момент можно перебрать. А якоря, ну вот, я не знаю, 7 лет стоят, еще не менял. Стоит, стоит и не шатается. Все, сейчас второй якорь вот сюда поставлю. Пойду к следующему столбу. Промажу их отработки. Отработку беру на СТО знакомых. С коробки переключения передач не стоит брать. Вонючая, кошмарная. Хотя, не фиолетово, в принципе. Из дизеля. Тут все масло там они сливают в бочку, да и все. Все, вот таким образом, с двух сторон достаточно, можно и с трех. Но поскольку я буду связывать с балками домика, то двух якорей вполне будет достаточно. Ну и кину тут, наверное, андулин. Он у нас уже 8 лет лежит, и ничего, тут жары такой особо нет. Ну а забор вот стоит 12 метров. 11 с небольшим. Всем добра!